Новая экспозиция 4-я международная биеннале печатной графики «Кубачинская башня» открылась в средневековой сторожевой башне 14 века Айкала-Каля в селении Кубачи 14 июля. На выставке представлено более 100 работ 70 авторов в различных техниках. В текущем году в номинациях «Экс-либрис», «Книжная графика» и «Общая тема» к участию было принято более 700 графических работ 351 профессионального художника-графика и студента художественных вузов из Германии, Италии, Мексики, Словакии, Польши, Пакистана, Казахстана, Узбекистана, Македонии, Норвегии, Эритреи и свыше 80 населенных пунктов России, в том числе более 30 дагестанских авторов. Все эти произведения будут представлены во второй экспозиции, которая развернется в выставочном зале Дагестанского союза художников. Торжественное открытие 4-й биеннале прошло на главной площади селения Кубачи. В нем приняли участие руководитель проекта, народный художник Дагестана Юсуп Ханмагомедов, куратор биеннале, заслуженный работник культуры Дагестана Александр Сергеев, председатель Дагестанского отделения Творческого союза художников России Екатерина Дедковская и многие другие. По завершении торжественной части кубачинцы и гости селения в сопровождении ансамбля «Веселые зурначи» направились к башне Айкала-Каля, где была проведена экскурсия, а также была возможность задать вопросы авторам некоторых произведений, представленных в экспозиции. Выставка в селении Кубачи продлится месяц. 18 июля в выставочном зале Союза художников Дагестана откроется вторая выставка 4-й международной биеннале печатной графики «Кубачинская башня». В рамках мероприятия будут объявлены победители и призеры конкурсной программы «Биеннале».